перчатки. С их помощью на общекраевом субботнике в Покровском парке горожане устраняли последствия ледяного дождя. Опиливали пострадавшие деревья, собирали ветки и складывали их в грузовик. Надо начинать убирать город именно от тех веток, которые образовались после ледяного дождя. Мы видим, что часть уже оттаяла и можно вывозить. Все это нужно делать в течение месяца, потому что с каждой недели все больше и больше будет оттаивать снег, больше будет обнажаться проблемы, которые были после ледяного дождя. И думать о том, что мы это все сделаем за один субботник, конечно, нет. Несмотря на морозную погоду, 6 марта на субботник вышли более 2000 жителей Владивостока. В их числе сотрудники городской и краевой администрации, волонтеры, управляющие компании, общеобразовательные учреждения, городские предприятия и просто неравнодушные жители города. Не безразлична ситуация с ветками, обрушенными после ледяного дождя. Вообще-то мы такие... Мы неравнодушные. Мы очень неравнодушные, поскольку не зря же мы серебряные волонтеры. И мы всегда отзываемся на любой субботник. Была вырубка 2 дня подряд. Будем перегружать это все в КАМАЗы и вывозить на полигон для утилизации. Эту работу будем продолжать каждый день. Активно и плодотворно прошел субботник в школе номер 52. Ребята, их родители и учителя не только наводили порядок на территории школы и в учебных классах, но и играли в спортивные игры. Пришли все мужчины и учителя. Мы совместили приятное с полезным. Волонтеры у нас трудятся в школе. Мы поиграли с ребятами в пионербол с маленькими. Сейчас вышли на субботник, и после субботника все волонтеры пойдут играть в волейбол. Очистили от упавших веток и сквер на Постышево. Свои силы приложила инициативная группа жителей этого района. Мы, конечно, откликнулись на призыв Олега Николаевича Кожемяка о проведении всекраевого субботника. И в Владивостоке мы, конечно, выходим уже не первый раз. После ледяного циклона это вот уже 8-й субботник, потому что такие последствия за один раз их убрать невозможно. Стоит отметить, что волонтеры на уборку территории стали выходить раньше, не дожидаясь субботы. Порядок наводили возле стадиона «Строитель», в парке Минного городка, возле школ и детских садов. И впереди еще много работы. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на 8-м.